Первый раз в поле, да? В Ярославле. Ярославле. Какие ожидания от матча? Знаете, кому эти составы из нашего? Там даже что-то я шел. А давно следите за футболом? Знаю. Да, ну, всю жизнь. Хорошо. Ну вот сегодня погода такая хорошая, как думаете, много болельщиков? Да, ну молодцовый, да. Спасибо большое. Как добрались? Руслан, давно болеете за «Спартак»? Да. 2005 года. Из какого вы города приехали? Сургут. Из Москвы. Как вообще вам в Ярославле? Какие впечатления? Как оцените вообще игру вашей команды, игру нашей, может быть, за нашей игрой следили? Нормально. Хорошо. Ладно, все, спасибо огромное вам за интервью. Удачи вашей команде. Thank you.
Oh.